Армянский омбудсмен устроил истерику из-за билборда с надписью «Добро пожаловать в Азербайджан». Билборд с надписью «Добро пожаловать в Азербайджан» установлен на возвращенном Азербайджану участке автомобильной дороги, соединяющей два населенных пункта в Сюникской области Армении, написал сегодня на своей странице Facebook армянский омбудсмен Арман Тотаян. По его словам, 22 января азербайджанские военнослужащие разместили придорожный щит с надписью «Welcome to Azerbaijan» и «Азербайджана хош гельмисенез» на азербайджанском участке автодороги между городом Капан и селом Чакатен Сюникской области. Там же был поставлен и флаг Азербайджана. Напомним, что ранее аналогичная табличка была установлена на азербайджанском участке трассы Гориз-Капан.